Чего ты у Гува сидишь? Будешь, Маш? Да, смотри. Держи. Угу. Со вчерашней ночи она ничего не ела. Еду только прячет. Да. Скажи, наверное, болит все. Только не роняй ее, а то она в какашке упадет. Угу, съешь мышь, угу. Съешь? Сейчас почти все время она сидит на улице, потому что воздух свежий, полезный. Давай. Нет, блин, Юль. Ешь. Вот. Угу. Домой заходят только лекарства пить. И уколы делать. Да, Юль? Я тебе пока не трогаю. Я посмотреть, что у нас тут выросло. Мы вчера смотрели на стриме. Вот. Сосна перезимовала. Ей хорошо. Она будет цвести. Еще вот здесь чабрец вроде выглядит немножечко живым. Где-то там. Я видела вчера. Вот что-то там зелененькое просматривается. Это иголочки. Это не чабрец. Вот. А лавандела, мне кажется, не пережила зиму. И хризантемы тоже как-то странно выглядят, не знаю. Наверное, они умерли. Но зато кедры вполне себе живыми выглядят. Посмотрим, что с ними будет дальше. Вот березка у них тут растет. И вот это, у этой даже листик перезимовал один. Вообще. Прошлогодний листик. Ну и тут тоже зеленые листики еще с того года остались. Вот. Просто ящик я специально снегом засыпала, когда снегопады были. И вроде как, ну, земляника, это надо все отстричь. Тут земляника тоже нормально. Виноград девичий тоже вполне себе живой. Надеюсь, распустится. Вот. Ешь, мышь. Давай, ешь. Скажи, я не могу так. Не смотрите. Я отвернусь. Тут почка отвалилась. Снег сверху падал, веточки поломал. Тут еще чего-то. Вот веточка сломалась. Ну ничего, что такое? Я отойду, а ты ешь. Сейчас бросит. Не бросай, съешь ее. Ты сова. Ну как так можно? Пойдем тебя взвесим тогда. Потом опять гулять пойдешь. Юль, давай тебя взвесим сейчас. Хорошо? Давай, сама. Серединки, стань. Держишься? 2 933. Ёль, это мало. Ты худеешь? Да.
Сейчас, подожди. Тут подниму. О, уже 924. 930. Давай ты будешь есть нормально. А, сова? Как так-то? Давай, слезай. Ой-ой-ой. Ай, падает. Все уронила. Ладно, весы не уронила. Угу, давай я тебя выпущу. Сейчас мы тебя отпустим. Надеюсь, телефон не завалится. Вот так. Если завалится, будет экшен. Давай. Тихо-тихо-тихо ты. Тихо, иди. Не хочет со мной быть. Смотри, бабочку уронила. Угу. Да? Чего там? А бабочки у нас сейчас по всей квартире разбежались. Ты хочешь лететь куда-то? Ты же лучше спи, ночью полетаешь. Вот этот вот светлый рисунок кому-то напоминает изображение черепа. Поэтому эти мотыльки называются мертвая голова. Он уже не хочет пищать. Не пищишь. Ну вот они бегут из коробочки. Вон, стой, выбегают все. Ты крылья хочешь разобрать? Давай вот лезь вот сюда. А, тут вот сушатся уже висят. Раз. Два. Они нашли, куда ползти, а эта глупая какая-то не хочет. Давай, вот я тебя подталкиваю куда в правильном направлении, иначе тебя... Да, вот иначе будет вот так, вот. Дальше ты ползи сама. Видите? Так они сушат крылья. Вот она пришла, та самая, которую я сейчас... Ну и чё ты её выпихиваешь куда-то? Ой, дура, упала. Это прям огромная будет. К Чучундре полезет, да, Чунь? Там атака бабочек.